знаете, конечно, победой мы довольны, и 4 гола забили. Но хочу сказать, нам было очень сложно, очень тяжело. Я считаю, что Сержа сегодня играла очень, очень здорово. Она нас заставляла ошибаться. Ну, я бы хотел бы у нас выделить этого молодого нашего мальчишку, Исаева. Благодаря он сегодня нам таких и во втором, и в третьем периоде так очень так здорово помог. А то, что мы так, ну, в плане реализации забили голы, это плюс. Ну, в общем-то, здесь нам надо посмотреть, подумать и, как говорится, сделать работу над ошибками. Спасибо. Спасибо. Поздравляю, во-первых, с победой. Спасибо за комплименты. Да, действительно, я тоже очень доволен сегодняшней игрой, доволен самоотдачей, желанием ребят. Вот хорошо двигались, много шайбочек держали в чужой зоне, что с Локомотивом, конечно, очень тяжело делать, они очень хорошо позиционно в атаке играют. Вот, но, к сожалению, да, для нас в хоккей побеждает тот, кто больше голов забил. Мы пока в этом компоненте оказались сложнее.